Короче, ее зовут Роуз, ей 25. И она только что открыла компанию детской одежды. И что ты сделал? Это очень приятно. Оп, вот так. Теперь все будет хорошо. Так, Тити, мы беспокоимся, потому что знаем, какой ты, когда влюблен. Потому что ты для всех лучший друг. Привет. Ну ладно, увидимся. Да. И что теперь? Жги. Френд-зона – это такое место, где не бывает ни тайны, ни сексуального напряжения. Тебя не рассматривают как потенциального мужчину. Только как друга. Ну супер, придется завести кота. Да нет, не кипиши спокойно. У тебя есть мы. Она должна забыть тебя как друга, а пока мы над тобой поработаем. Давай. Грудную клетку расправь. Теперь двигай пальцем. Не отставай. И когда мы сочтем, что ты готов, ты вернешься во всеоружие. Снова чуть не вляпалась. Роуз. Прошу, уйди. Тебе нужен второй шанс или нет? Волков боятся. Сегодня в 5 часов. Нет, это слишком рано. Что? Откажись. Зачем? Может, ей просто неудобно позже. Но... Ну ты и придурок, она права. Кто назначает свидание в такое детское время? Печеньки еще принеси.